смотрим ТВ, там рутят жесткие ТП, рок лопает клевая группа. Подумали немного, надо что-то соображать. Решили с пацанами группу собрать. Пошли в магазин, в него мы залетели. Музыкальные инструменты мы бегло оглядели. Купили 3 гитары, примочки, микрофон. Все, мы готовы сочинять музон. Где тут ноты? Никто не знает. Где тут ноты, которые он играет? Где тут ноты? Никто не видел. Пришли в гараж, распаковались и вплотную написанием музыки мы занялись. Не зная нот, мы что-то сочинили, и кое-как мы первую тему замочили. 3 гитары, синтез, бас, все для хорошего музона есть у нас. Но вдруг нам скажут, что за идиот, который вообще не знает нот. Где тут ноты? Никто не знает. Где тут ноты, которые он играет? Где тут ноты? Никто не видел. Итак, где-то месяц спустя мы достигли нового уровня. Наша группа, ноты все знают, именно поэтому начатое дело продолжает. Где тут ноты представляет, четкий ритм вылетает. Пиплы просто прозревают, неужели они теперь все ноты знают? Где тут ноты, мы все ноты знаем? Где тут ноты, мы всех их играем? Где тут ноты, лопай мажор! Yeah.